Всем привет-привет. Да, я вспомнил, что мне нужно включить звук свой. Вот, всем привет. Вот и Саша добрался наконец-то, распустил Привет, волосы друзья. и Да, готов отвечать это на... дома, это потому что дома. Да, и готов отвечать на вопросы и рассказывать про геймдизайн. Кратко представлюсь для тех, кто только пришел, либо первый раз. Меня зовут Евгений Рамазанов, я Head of Content в XOZ. Занимаюсь контентом, ну или рассказываю про игры иногда, геймдизайн. Вот, раньше был игровым журналистом и про игры много писал. А у нас сегодня в гостях Саша Бриганов. Но, думаю, его не нужно представлять, особенно большей части аудитории, которая пришла, наверное, из твоего же канала, кстати. Потому что Саша преподаватель для высшей школы экономики, как это сказать, создатель канала NoRP и ведущий ПЧК, подземелище Киткари. Вы его знаете, наверное, как и его голос, тем более как голос гейммастеров ПЧК. Но Саша еще занимается геймдизайном профессионально и сейчас работает в студии. Ты можешь говорить, в какой студии работаешь, да? Да, вот она. Еще бы увидеть. Ну, короче говоря, это Funflow, компания Funflow. И Делайте кошка. громче. Так, скажите, кого сделать громче? Да, давайте сначала быстренько тогда по настроечкам пройдемся, чтобы вы... Звук тихий, сделай громче. Какой звук тихий? Тихий звук у Саши или тихий звук у меня? Распустить или, наоборот, собрать волосы. Какое у вас настроение, тоже напишите. Как вы проводите свою субботу? Пишите, делаете игры для ВК-плей, наверное. Да. Звуку погромче немного, если нужно. Общий звук погромче. Это максимум, кстати, по общему звуку. Попробуйте сделать погромче звук у себя тогда. У меня звук тихий. Сейчас. Всегда такое бывает, всегда бывает. Сейчас немного гейна себе накручу и начнем. Чтобы еще не в желтую, в красную зону не уйти. Да, Саша, может, ты очень громкий? Ну, нет, А, нормально, я нормально. громкий. Оставайся громким. Это я тихий на самом деле. Вот, я себе дал гейна. Надеюсь, теперь меня слышно наравне с Сашей. А по общим настройкам не могу, потому что это максимум. Как бы, извините. Ну, вообще тихо. Ребят, настройте тогда звук погромче, потому что у меня нет возможности больше гейна наложить. Вот, Саш. У нас Да. сегодня тема как устроен геймдизайн. Мы хотели немного перейти в рассказ, но потом оказалось, что лучше провести это в формате живой беседы, разговора. И давай тогда начнем, потому что люди больше тебя знают не по цифровым твоим проектам, а по аналоговым. В чем отличие геймдизайнера между аналоговым геймдизайнером и дизайнером цифровым, если можно так их обозвать? Я понял. Ну, огромное отличие. И я с ним встретился в 2016 еще году, когда решил вообще поменять всю свою профессию на геймдизайнера. Я тогда впервые ввязался в стартап по созданию мобильного батлера. Он до сих пор висит в Apple Store с 2019 года, по-моему. Ну, на самом деле, по-моему, релизнулись раньше, я не уверен. Но, по-моему, да, где-то 2019-2018 год это был, далекий, давний. Я как сейчас помню, сколько я историй принес именно из той разработки. Будучи джуном, я вошел в компанию и начал заниматься тем, что разрабатывал игры. Я подумал, что, блин, настольные ролевые игры должны были мне каким-то образом помочь и дать мне массу идей и мыслей о том, как работает весь этот гигантский, на самом деле, совершенно рынок с несравнимо большим количеством идей, инструментов и систем, которые позволяют делать игры конкретно компьютерные. И, честно говоря, я был безумно удивлен то, насколько они сильно отличаются, эти два мира. Настолько. Я причем первые 2 года думал, что у меня вообще нет ни одного навыка, который бы мог бы пригодиться. Но потом я начал вычислять, что некоторые навыки все-таки полезны, они все-таки срабатывают и нужны. Вот так. Кстати, это интересно, потому Ты хочешь? что я вот, опять же, вчера буквально занимался материалом про цивилизацию, и цивилизация сама вышла из настолки, и там было много попыток ее адаптировать там, в течение 10 лет, и никто никак не мог. Наверное, в том числе потому, что сильно отличаются мир настольных игр и мир цифровых. Очень сильно, А очень расскажи, сильно. в чем именно?
С чего бы здесь начать? Мобильный батлер, по крайней мере, как я делал, да, мне казался очень похож на RPG. Ну, очень близок был, на самом деле. Там единственное, что было сложно, по крайней мере, с нахрапа сделать боевую систему, которую мы разрабатывали там в несколько геймдизайнеров, там три человека было. Мы все что-то вкладывали туда. Получилось не шатка-валка, это я сейчас уже знаю, поиграв в достаточно большое количество компьютерных игр, как можно было бы реализовать тогда, очень круто, те механики, которые мы хотели, и как мы видели и представляли процесс игры. Но 2009 не вернуть, 2007, да любой год. И, к сожалению, эти ошибки, они так и осели там в прошлом. Ну, как ошибки, мы не знали, как реализовывать, поэтому шли с нуля, создавали как-то с нуля. И мы даже не знали, что такое плейлайнер, например. Да? И из-за этого мы понятия не имели, откуда вообще можно было взять какую-нибудь картотеку или базу идеи и геймификации, а может быть даже и изменения в корлупе для того, чтобы все это выглядело хорошо, игралось четко и красиво. В общем, первая проблема, которая возникла, то, что работает в настольной игре, в настольной ролевой игре, ну, я побольше в настольных ролевых играх крутился, поэтому как-то так. Оно практически не работает в компьютерной игре. И наоборот. Из-за этого я очень косо смотрю, когда люди... Вот буквально вчера мы были на другом стриме с другим человеком на подкасте, вернее, и разговаривали примерно на схожую тему. Есть очень большая проблема с калькированием идей компьютерных игр в настольно-ролевые. Из-за того, что ты не можешь просто взять так и как есть скопировать и вставить в какую-то другую игру. Получается очень тяжело играемо. То есть очень тяжело, и без опыта настольных ролевых игр ты не поймешь, как это тяжело играется в реальности. И наоборот, если у тебя нет хорошего опыта в компьютерных играх, ты едва ли сможешь создать хорошую игру из мира настольных ролевых игр в той. Что бывает очень редко, честно говоря, я не видел ни одного игрока в настольные ролевые игры, который бы не запускал компьютерную, поэтому с этим проблем, наверное, нет. Но если бы был такой человек, мне кажется, ему было бы прям безумно сложно. Это в том числе касается и детерминированности текста в широком философском смысле. Если представить, что код настольный... Если представить, что настольная ролевая игра — это текст, которым мы общаемся, и транскрибировать его в происходящее, то он создается на ходу. Это одно из его основных свойств в настольной ролевой игре, по крайней мере. У тебя есть некий сценарий, но ты можешь его не придерживаться. Это как если бы мы сидели в компьютерной игре и могли бы писать код на ходу, чтобы играть в ту игру, которую мы хотим. Но этого, к счастью, может быть, к сожалению, невозможно. Ты не можешь писать код, одновременно играя. Это да? Что такое? Я увидел твое обеспокоенное лицо? Нет, я повернулся посмотреть в чат вопрос на будущее. Все в порядке. Я понял, хорошо. Да, хотел сказать, что, да, например... Мы как раз в канале «Почека» недавно говорили про экранизацию. Я тоже, когда об этом услышал, подумал, что странно переносить персонажей тех же самых, потому что тех самых персонажей создали отдельные люди. А там сценарий для мультфильма будут создавать отдельные сценаристы. И вот это тоже есть проблема с похожим чем-то и в видеоиграх, что у тебя одну игру создает не один человек, а создает группа лиц, и, собственно, сами сценарии создают характеры этих персонажей и истории отдельные лица. А в цифровой игре это все-таки, хоть там много людей, это все равно занимается этим пара человек. Там группа какая-то сценаристов, геймдизайнеров, да, еще кем-то. Да. Угу. Людям, которые вне геймдизайна, наверное, будет лучше понять эту аналогию или метафору. Думайте, как хотите, как экранизация книги. Совершенно два разных медиа, но при этом при всем они требовательны в разных частях. Можно экранизировать хорошо, можно экранизировать плохо. И тут возникает еще очень много вопросов, в том числе в экранизации, например, книги. А зачем экранизировать точно к тексту? Нужно ли тогда смотреть фильм? На самом деле они дают совершенно разный опыт. И поэтому производство книги и фильма очень сильно отличаются, как и игры настольные ролевые, так и компьютерные. Ну, если можно говорить компьютерные, вообще они, в принципе, компьютерные, да, все. Так-то. Я бы сейчас спросил про Baldur's Gate, но, как я понял, ты пока еще не проиграл третью часть, да? К сожалению, нет. Я безумно хочу, но нет никак времени. У меня только 2 часа в создании персонажа. Я успел только создать ящерицу. Мне безумно нравятся там драконорожденные. Боже мой, какие они красивые. Черт возьми. Очень хотелось бы поиграть. Большинство игроков играли за драконорожденных, да. Да, они прям такие сочные получились. Я такой, воу! Вот это круто! А так все остальные расы на фоне драконорожденных выглядят такими блеклыми, и мне кажется, это даже не в плюс.
Да, потому что как раз вопрос был про Baldur's Gate. Мол, Baldur's Gate хорошо переносит ролевые аспекты игры в цифру. Но вот я бы тоже с этим поспорил, потому что там совершенно иначе устроена система и взаимодействие между персонажами. Она очень свободная по тому, что ты можешь делать. Это, наверное, самое свободное приложение там, правил D&D в цифровом формате. Да. Но все равно лимитировано. Ну, как бы, это не Ну, то в же том числе самое. она дает другой немножечко опыт. Она тебе дает интерактивный опыт все еще. Несмотря на то, что вроде бы как там системы довольно сильно работают, то, что я увидел по обзорам. Но ты не можешь восстановить, грубо говоря, человеческую нейронную сеть и заменить ее прямо сейчас компьютерной игрой, чтобы она тебе писала правила прямо на ходу или рулинги, как это принято в настольной ролевой игре. Так что... Кстати, следующий вопрос сразу же про нейросети и GPT. Ты пробовал или экспериментировал какие-нибудь игры с нейросетями? И вообще, как ты думаешь, это может не совместить, но создать какой-то междужанр между настольными ролевыми играми, где у тебя много игроков, и цифровыми? Прямо сейчас с Яндексом работаем на эту тему. И надо сказать, что нейросеть очень сильно зависима от людей и в зависимости от той модели, которую вы выбираете. Но вы же наверняка знаете, да, что нейронных, вернее, искусственных интеллектов разные виды. Они очень бывают по-разному. По-разному учатся, по-разному контролируемые, неконтролируемые. Ну, короче, там очень много разных вещей. И в том числе там на датасете оно работает или на фреймворке на каком-то. Тут надо сказать очень сложную штуку, что вот мы сейчас работаем с ними, мы хотим просто, ну как, ребята хотят продвигать свои нейронные сети, Яндекс, ну понятно почему, да? А меня позвали туда в качестве ведущего подземелья Чикенкари, который им поможет реализовать помощника для ведения настольных ролевых игр, который будет создавать одновременно быстро карты, он будет писать текст, будет создавать на фоне описаний того, что сделал мастер игры, или то, каким образом он написал визуализацию персонажа, может быть, какую-то, или давать текст приключения, чтобы тебе не было какой сложности, ты мог бы описать самые важные вещи. И вот мы зашли, я рассказал про разные виды и типы ведения игр с разными принципами, рассказал, чего можно добиться от этих ведений игр, и мы как-то приуныли немножко. Потому что границы нейросетей очень ограничены, ну, как, блин, господи, тавтология, границы у нейросетей довольно резко ограничены. Несмотря на то, что им писали просто бесконечное количество возможностей ведения настольных ролевых игр. Но они, к сожалению, могут, например, вести данжен, да, такой стиль игры, где вы идете в подземелье, там что-то происходит в этом подземелье, вы пытаетесь бороться против ловушек, эти ловушки у вас срабатывают, либо нет, в зависимости от ваших действий, там есть проверки тоже, да. Но, например, оно не сможет вам провести детектив. Вот сейчас, прямо сразу. Придумать детектив, раскрыть канву, и все, поехали. Или не сможет вам сделать какую-нибудь игру, где на первую очередь выходят у нас философские размышления на тему того, во что вы играете, кем вы играете, что вы делаете по жизни, через призму настольных ролевых игр. И такие игры есть, которые исследуют именно темы, вопросы довольно жесткие и сложные. И они касаются нутра. Ты прям чувствуешь, у тебя прям мурашки по коже идут, когда ты играешь в игру, где тебе как мастер с помощью всего окружения задает сложный моральный или этический вопрос, и тебе, как игроку, нужно через персонажа его действия ответить на этот вопрос тем или иным образом. Чтобы показать, как ты считаешь, или как видишь, или как чувствуешь. Вот так. Да, я тут, если к ребят обращаюсь к чату, я записываю все вопросы, но не все задаю сразу. Вот, не переживайте, задам просто, чтобы у нас еще и разговор как-то строился в тоже нарративе. Своего рода гейммастер этого стрима. Вот, хорошо. Можем тогда поговорить сразу про цифровой геймдизайн. Нет, давай тогда. Из чего ты исходил? Ну, то есть, когда ты начал заниматься геймдизайном, ты исходил именно из настолок, или у тебя был первый опыт с цифровым, с мобилкой как раз? Первый опыт у меня был с мобильными играми, и я так остался в них, потому что, ну, как, они дают деньги. Ну, понятно. Ну, да. Там... Да, без негатива они дают деньги. У меня есть pet project дома, даже три, и я их как бы собираю потихонечку, но такое своеобразное. Вот еще одна идея появилась, я сразу решил ее запрототипировать, и друзья у меня тоже такие же, ну, там, незнакомые вчера сидели, шутили на тему того, что у нас знакомый ушел работать на завод, и вот мой друг хороший взял и сделал прототип игры, где тебе нужно следить за какими фигурами, какие фигуры должен пропускать конвейер. И ты сидишь просто, ну, как гиперкэш. Ты берешь
и щелкаешь те фигуры, которые идут неправильно. И там, соответственно, скорость конвейера, фигуры различного размера. И вот так вот придумали и сразу запрототипили. Ну, тут просто закинули примитивы. Прототип сделали. Ну, прикольно получилось. А так, я зашел в мобильный гейминг. Я никогда не делал ничего на PC. Ничего не делал на Mac. Какая большая разница. И не работал на консолях. Хотя вот сам люблю очень сильно поигрывать периодически. И всякое проходить. Мне очень нравятся там и простые игры типа Overcooked. Хотя нифига она не простая. А также мне очень нравятся там всякие Street of Rage. Street of Rage называется, последний, четвертый. Великолепнейшая студия, которая нам еще подарила Черепашек-ниндзя. Я все никак не могу дойти до них. У меня нет времени, боже мой. Я ужасно хочу Черепашек пройти. Да-да-да. Но она еще и на мобилке есть, кстати. На мобилке есть? Street of Rage есть на мобилке точно. Черепахи... А Черепахи? По-моему, только на handheld девайс, то есть на портативных. Ну ладно, я что-нибудь придумаю когда-нибудь. Время у меня станет больше, я поиграю в нее. Я просто обожаю. Черепахи — это мое детство. Я на Сеге в них еще играл. Боже мой, как я обожал. Назад, вперед, АБЦ. Ну, там была такая специальная комба. Ты отходишь назад, вперед, АБЦ, и он делает кувырок, и на панцире проезжается по своим противникам, опрокидывая их вниз. Это прям была комба. И когда в детстве открыл, я помню эти ощущения. Все, я всю игру пройду. Заспамлю. Просто заспамлю этим приемом. Да. Да, да. Но спамить мне не дали, потому что геймдизайнеры были хитрее меня. Сколько мне было там? 10 лет? 10-летнего. И они мне сделали боссов, которые мне помешали. Так вот, и по поводу ответа на вопрос мобилки. Да, мобилки. Это был батлер, мобильный батлер. Я писал персонаж. Ну, я там был таким геймдизайнером на подхвате, который делал вообще все. От баланса до нарратива, вплоть до менеджмента. Я даже успел там 2 месяца поработать проект-менеджером, потому что один из наших ушел. Ну, как ушел? Его уволили. Мне пришлось подхватить все... Ну, короче говоря, очень много всего там было. Много задач. Они все разнопрофильные. Тогда я понял, что мне очень нравится баланс и счет. Он самый простой, как мне показалось, все остальное. И написание персонажей. Но, к сожалению, большую часть нарратива для этой игры мы выкинули нахер, потому что не успели реализовать некоторые фичи на стадии. Там нам показалось, что есть фичи куда более интересные и важные для геймплея, нежели клюквенный развесистый нарратив, который можно было превратить еще в визуальную новеллу с батлером. Блин, было бы так круто. Но я еще тогда не понимал, что это визуальная новелла, я не понимал, что это такое до конца батлер. Для меня это был настольная ролевая игра, где есть бой и есть общение. Вот как, знаешь, привык в D&D играть, например. Есть бой, есть общение. И вроде все понятно. Только есть бой автоматический. И этот бой мы сами рассчитываем механиками. И мы как-то... Я так шел по наитию. А на самом деле все это уже есть, формулы были. Я только-только погружался, и уже к 3-му году я понимал, что мы наделали столько легаси. Ну, легаси — это... Я не знаю, знаете здесь, что такое легаси, да? Легаси — это что, наследие, то есть что-то, что вы оставили до этого, и почему обычно не возвращаетесь на самом деле, что обычно забивается. Да, мы наделали столько легаси в коде и приняли столько легаси решений, что игра становилась все тяжелее и тяжелее, неповоротливее, мы не могли ее нормально изменять. Да, на русском языке это можно, наверное, назвать хламом. Вот у вас дома копится хлам, который вы не выкидываете, который вы просто оставляете, если вдруг не знаете про легаси. Только есть проблема, что это легаси, оно все равно влияет, работает. Забивает место. И ты должен с этим жить, да, и ты должен, обязан с этим жить. У тебя нет выбора выкинуть этот хлам. Потому что он еще на что-то влияет, он каким-то образом взаимодействует с другими механиками и системами. Ну, короче, жесть полная. И это была проверка боем, потому что у меня был довольно тяжелый по характеру продюсер, который казался сначала таким очень компанийским челиком, который очень был хороший, приятный в общении, а потом все было тяжелее. Я видел, как он увольнял людей одним днем, как он ругался со всеми остальными. Какие там истории у меня остались, там их много. И... В общем, когда я увидел, как разработка игры происходит в компании на 20 человек, я такой, это в сумме там 3-4 художника, один лид, плюс еще аниматоры, программисты, которые тоже постоянно менялись, программисты-серверщики, все как полагается, все как у людей. И там по 2-3 геймдизайнера, в разные периоды будет по разному количеству геймдизайнеров,
Я был один какой-то период, но я сразу сказал, чел, я вообще понять не имею, как работают такие большие проекты, ну, вообще крупные проекты, мобильные в том числе. Мы наняли там лида, который пришел и начал рассказывать, ну, каким образом это все работает, и научил меня очень многому. К нам приходил даже по нарративу чел из Pathfinder, который писал нарратив для них. Великолепный, замечательный человек. 2-3 раза мы посидели с ним, поговорили, мы поняли, оценили фичу, которую мы хотели бы поднять, а потом такие, нет, не будем. Вот так вот. Да, слушай, вернемся тогда к роли геймдизайнера вообще на проекте, потому что на маленьком проекте геймдизайнер забирает обычно больше всех задач, потому что у тебя нет распределенности, децентрализованности, да и не нужна mm-hmm. она, когда у тебя маленькая команда. Вот, в больших командах у нас бывают дизайнеры монетизации, у нас бывают дизайнеры систем, у нас бывают mm-hmm. там отдельные дизайнеры на, допустим, в больших ролевых проектах на Dialog 3, ну, это не нарративно, это еще отдельный поднарративный дизайнер. Вот, с чего, наверное, на таком проекте 20 человек? Ты там был одним геймдизайнером или не одним? Да я все делал, я уже говорил это. Uh-huh. Там я занимался и системным, и нарративом, и я был техническим еще дизайнером дополнительно uh-huh. сверху, потому что я обрабатывал данные, которые нужно было выпускать, и JSON, которые нужно было там закинуть. Сейчас я, кстати говоря, занимаюсь частично тем же самым. Просто мне нравится. Это довольно легко, как оказалось потом. Тогда для меня это было, знаешь, такое, вау, джейсоны, составлять их так много. Они такие огромные. А в итоге любой сложности задачи теперь по составлению базы данных для какой-то фичи уже не проблема для меня, по крайней мере, представить ее, mm-hmm. да, или сформировать в группе с другими ребятами. Баланс сделать тоже не проблема. Симуляцию написать тоже не проблема. Такие уже отошедшие на ту сторону дела. В общем, все прикольно. Там я еще занимался и отсматриванием, как бы, господи, контента по отрисовке, составлением технических заданий для художников, для этих, как бы, господи, программистов, до всех, кому там и прочее. Очень много писали различные документации, хотя на самом деле проект это вот такого размера, оно не требовалось. По большому счету, вот, честно, положа руку на сердце, можно было бы забить, положить, вот, руки с клавиатуры убрать, подойти и сказать, Федь, нарисуй вот так, вот тебе рефы, вот представь себе персонажа и просто ему на словах объяснить. Заняло бы 5 минут, и это была моя большая ошибка, я очень сильно упарывался в правильный геймдизайн. Это когда у тебя есть четкое представление в голове о том, каким образом геймдизайн строится, ты это себе в голове нарисовал, но при этом при всем ты почему-то уходишь от того, каким образом люди работают вообще в принципе. Uh-huh. Они не будут читать твои документы огромные, они не будут читать твои документы, даже если они маленькие, потому что им тупо лень. Им не очень нравится читать текст. Это для них какая-то боль. К сожалению, ты должен будешь, по идее, тратить свое время на то, чтобы им самим объяснять. Потому что в любом случае они будут направляться и смотреть туда. Они будут призывать тебя, когда будут что-то не понимать. И даже если у тебя документ написан с иголочки и правильно, они все равно вызовут тебя и потратят твое время на то, чтобы свериться, правильно ли они поняли. Ты говоришь, да, все правильно, поняли. Вот так документ и работает, как он написан. А они такие, ну, окей. И вы потратили бы то же самое время, если бы ты не писал этот документ в маленькой команде. В маленькой команде, я всегда в случае скажу это, да, потому что большой команде все-таки документы классные. Оставлять, вот это мы сейчас в этой большой, огромной команде с этим встретились, и документы валяются где угодно. И компания вся перешла на Confluence совсем недавно, образно выражаясь, там 4 года назад, 3 года они назад перешли только на Confluence. Все до этого писали они в Гугле, в Google Доках. И так, свободным текстом, ты мог открыть 2 разных текста двух разных геймдизайнеров по одной и той же фиче с разных сторон и получить совершенно разный текст, и он мог быть даже не связан. Но сейчас все исправили, сейчас все уже работает в большой, крупной системе, очень круто работает. Нам помогли в этом смысле некоторые специалисты. И вот это мне в голову не приходило, что ты должен быть свободным в каком-то смысле и уметь подстраиваться под ситуацию, делая продукт в первую очередь, а не в попытке догнать именно правильный геймдизайн. Uh-huh. Самое важное, самое первичное – это игра, которая должна выйти. А вот что ты для этого применишь, какие ты навыки себе взрастишь для того, чтобы игра вышла, ну, это уже твои проблемы. То есть ты должен оказаться в этой ситуации. Причем каждая компания – это уникальный набор вещей, это уникальная инфраструктура взаимоотношений специалистов там. И они все по-разному общаются. У нас, например, в компании
казалось бы, enterprise-программисты, которым ты должен дать четкое описание того, какую фичу ты хочешь, но ты этого не делаешь. Ты приходишь к ним, даешь им небольшое описание, они говорят, слушай, а мы по этому вижену, то каким образом ты видишь эту фичу, можем сделать совсем иначе, и это будет работать намного лучше. И ты такой, о боже мой, да вы специалисты своего дела, правда? Да, ты не обязан знать программирование, чтобы писать документацию. Мы профессионалы, мы пишем сами, мы сделаем за тебя, ну, как бы, мы понимаем, что ты хочешь, это главное, а мы реализуем то, каким образом это должно быть у нас в архитектуре, потому что никто, кроме них, в этой архитектуре не разбирается. И нет, как бы, вот у меня была прошлая компания, ты должен был обязательно влезть в архитектуру компании, при этом ты не имел права писать код, ты ничего не имел права, но ты должен был знать, ты должен был уметь, задаешь вопросы, тебе еле-еле пень-колоду как-то отвечают, при этом при всем, ну, в общем, такая слегка токсичная атмосфера была, да, забавная, и ты должен был догадаться написать правильный текст для программиста так, чтобы он не тратил свое время, никому ничего не задавал вопросы, но все равно тратил время и задавал вопросы даже тем челикам, которые хорошо писали, и ты сидишь, смотришь на все это, клоунадный такой, блин, чуваки, ну что такое? Ну почему? Ну, в общем, стремление хорошее, но всегда нужно, как я понял, своего опыта смотреть на реальность и всегда добиваться конечной итоговой задачи. Например, это у нас фича, у нас KPI, да? И хороший геймдизайнер попадает в те assumption, боже мой, в те предположения? Да, да, в те предположения, которые он задает той фичой, которую он разрабатывает. И, ну, я не скажу, что плохой не попадает, все не попадают, честно скажу. Просто какой-то процент предположений хорошего геймдизайна чуть выше, может быть, чем плохого геймдизайна. И он может тебе точно сказать, что, ну, вот эта фича в нашей игре, именно в нашей игре, потому что не все фичи работают одинаково во всех играх, она нам даст прирост ретеншена, уменьшит, какой-нибудь, ну что, может, там уменьшить, уменьшит глубину игр, например, но при этом при всем даст нам больше денег. Как-то так. И вы сидите, думаете, стоит ли нам это делать. Потом симулируете что-нибудь, пишете и убеждаетесь, например. Проходите несколько этапов чехвостинга в переговорках с другими геймдизайнерами и продюсерами, которые, может быть, знают проект чуть-чуть лучше и обладают знаниями о Legacy больше, чем ты. И все, в итоге вы выпускаете фичу. Вот мы выпустили фичу огромную, там, какую-то, получили крупный прирост, прям такой ощутимый, хороший прирост в прибыли. И мы такие, вау, это было круто. И ты радуешься тому, что ты выпускаешь. Вот так. Слушай, ты сказал, что у тебя были или есть даже подпроекты. Понятно, что типа, геймдизайн в мобильных, на мобильных проектах и на проектах немобильных, которые full price, которые standing up period, он отличается. У тебя есть, потому что ты мне сказал, выпущены ли какие-то проекты? Нет, не выпущены, нет. Они мне все на компе, вот прямо сейчас вот на этом, вот, я даже Unity запустил. Ну, я тебе говорил, да? Да. И вот я перезапустил Unity уже здесь и гид потянул. Вот. Отличие в том, в подходе геймдизайнера между проектом, который в первую очередь для прибыли, ну, это все мобильные проекты в целом, и который больше как проект, как фильм, можно сказать, как книга выходит одноразово. Можешь ли ты о них рассказать? Потому что, ну, ты все равно геймдизайнер, но ну, хотя у тебя нет выпущенного такого проекта, у тебя есть пэт-проект, у тебя есть понимание в целом. В смысле нет выпущенного проекта? Ну, я работал над проектом. А, ты имеешь в виду абсолютно полностью лично моего? Нет, я имею в виду любого проекта. Просто не сказал, у тебя есть проект немобильный, который за full ценник, ну, который не распространяется по такой же модели, потому что обычно... А, такого нет. Вот, да. Вот у меня только мобильный проект. Да, это правда. Да, колоссальная разница, ну, по крайней мере, с тем, что я знаю. У меня просто много друзей по геймдизайну, и в том числе есть компания, которую я называть не могу, потому что они сейчас прячутся от юстиций. Ну, ты понимаешь, сейчас большая часть осталась здесь, они все прячутся. И... Любимые киперские патриоты. Да.
И вот мы долгое время разговаривали с ними. Ну, я и тусуюсь у них иногда в студии, потому что там у меня все друзья, что я просто приеду, там, сяду у них на кухне, мы сидим, болтаем. И у них очень прикольно сделана игра, есть зомби-шутер в VR. Очень прикольный, забавный, можно поиграть. Классный, не буду говорить какой, чтобы не подставлять. Разница колоссальнейшая, бесконечная колоссальная разница. Если ребята там пытаются заботиться о фане игроков в каком-то смысле, они постоянно смотрят, отсматривают, у них нет метрик, они идут вслепую, они часто не имеют аналитиков, которые бы сели бы и могли бы посчитать им, насколько это будет интересно. Некоторые вещи они вообще не симулируют никак, у них нет симуляций там или попыток проверить их гипотезы. У них нет инструментов для того, чтобы проверять какие-либо гипотезы на правду, потому что очень сильно зависит от скилла игрока или многие другие вещи. Они могут там ввести какие-то значения, коэффициенты, чтобы отразить хоть какое-то взаимодействие игрока с тем, что происходит у них в игре. Но это будет не точными данными, уж тем более на 10 тысяч человек. Каких-то. И они больше пытаются сделать игру под свои ощущения, насколько им интересно, насколько им приятно это играть. И в этом смысле очень большая разница с нашей компанией, например. В текущий момент у нас просто очень много людей, работает много отделов, и каждое решение, оно принимается тяжело, по той причине, что сам себе проект безумно тяжелый, колоссальное количество, опять же, легаси за кучу лет работы этого приложения. У нас есть устоявшиеся вещи, у нас есть киты, которых мы не имеем права трогать, делать им игру хуже. У нас есть бесчисленное множество нюансов, связанных с кодом, как он работает, что можно реализовать, что нельзя. И у нас есть еще просто совершенно безумнейший отдел аналитики, маркетинга. Они тоже очень сильно подвязаны. И всякий раз, когда ты думаешь, о, я сделаю классную фичу для нашей игры, мы поднимем плюс 500 миллионов процентов. А мы приходим к аналитикам, рассказываем все, и они нам рассказывают, почему такого не произойдет, например. И они расскажут, что вообще эта фича уничтожит все. Вообще, в принципе. Потому что вы задамажите здесь, вы задамажите там, ты уходишь в слезах, садишься обратно думать. И пишешь симуляцию на другую фичу, которая, казалось бы, не такая интересная, но принесет больше денег. И все упирается, конечно же, в коммерцию. Мы должны расти, расширяться, если мы хотим, чтобы наша игра была профессиональной. Ну, то есть, чтобы она была дальше росла, чтобы у нас было больше зарплат, чтобы у нас все было больше, масштабироваться, мы должны постоянно искать новые методы, способы привлечения игрока и удержания его внимания на нашей игре с введением его в игровой дизайн. И то есть, введением его в игровой процесс. И, как бы это сказать, формирование у него полного ощущения, что он играет в ту игру, которую он хотел, и даже больше. И, может быть, даже предвосхитить его ощущения. Ну и конкурентов у нас из-за этого больше. Из-за того, что у нас комплексная игра, она многосистемная. Из-за этого получается так, что у нас конкурентов значительно больше, чем мы могли бы иметь, если бы мы искали немножко по-другому. Мы искали себя. Ага. Можно сказать, что мобильный геймдизайн в целом похож на IT-проект, на работу над продуктом, потому что у продуктов цифровых, у сервисов, у них всегда есть это огромное количество аудитории, у них есть огромное количество, опять же, метрик, и такие же отделы аналитики, маркетинга и продаж, которые тоже придут, скажут, у нас отпадет там количество подписок на наш сервис или еще что-нибудь, если вы это измените. Хотите сделать весело, но не получится сделать весело, иначе все сломается. Ну, я честно, я не играл ни в трипл, то есть я не создавал ни трипл-эй проект, я не имею контакта с людьми, которые там задавались. У меня есть там через две руки знакомый знакомого, который, допустим, работал над Baldur's Gate. Но я его не знаю, не видел, понятия не имею, как это все работает изнутри, поэтому я говорю то, что я видел из студии, которые существуют, по крайней мере, прямо сейчас существуют в России. А, спрашивают, кстати, в чате, про какую игру ты говоришь, про проект, который на твоей работе? Как называется? На моей работе? Да-да-да. Покерист? Я не думаю, что это секрет. Это покерист? Социальное казино, да. А, понял. Да. То есть ты не можешь внести деньги, это просто обычный, да, это просто обычная игра. Там очень много разных карточных и не только игр, там слоты и все подряд, это все в кучу в одном месте. Ты приходишь как в казино, и идея заключается в том, чтобы создать это казино. И ощущение казино от игры. Вот. Если вдруг знаете, то играли.
потому что игр мобильных в целом уйма, наверное, ну, точно больше, чем игр в Стиме или где-либо, на самом деле. Да, и аудитория, она совсем другая, она по-другому работает. Да, это тоже... Многочисленная. Да, тоже интересно, потому что люди, которые в мобильные игры играют, часто не ассоциируют себя с геймерами, с игроками. Да, так и есть. Да, что это просто у них что-то вот на устройстве, типа какая-то игрушка. Mm-hmm. Они не играют в игры ни в коем случае, нет. Но при этом при всем игровые механики, которыми обвязывают core, там геймификациями так называют. Я вот сейчас как раз читаю книги и философию на тему того, чем отличается геймификация от геймдизайна в целом. Хотя на самом деле там все приходят к выводу, что слабо отличается, просто цели разные, но есть, как мне, по крайней мере, кажется, есть очень глубокое различие. Я очень солидарен с человеком по имени Нгуен, это американец тайландского, по-моему, или тайваньского происхождения. Он пишет как раз-таки работы философии по геймдизайну. Я вот читаю сейчас его книгу про геймификацию и попытку контролировать человеческое поведение. В общем, на самом деле очень мало различий в итоге. Несмотря на то, что core, там, может быть, мы не пытаемся каким-то образом видоизменять. Но на самом деле мы слегка видоизменяем его. Он меня поправляет, мне подсказывает. Вьетнамского происхождения. Спасибо большое. Да, слушай, нет ли проблемы в мобильной среде с копированием каких-то механик или систем? Хотя, мне кажется, нет. Я задал вопрос и понял, насколько он тупой. Ну, я могу подсказать. Ребята, зайдите в Playliner, купите подписку, посмотрите, как там нет копирований. Я не знаю, Playliner, да, по-моему, используют все в мобильном производстве. Это индусы, которые делают аналитику по всем мобильным играм, которые существуют на данный момент. Ну, самым распространенным. Китайцы вообще впереди планеты всей. Они сделали Батлер, например. Я до сих пор восхищение от него. Это просто что-то невероятное. Тебе нужно взять девушку анимешную, и ты должен ее правильно одевать. Если ты одеваешь ее в правильные наряды, ты можешь выступать против других девушек в боях за репутацию. Механики абсолютно те же самые, что и в обычных батлерах фэнтези, где у тебя армия сходится на армию. Просто юниты, которые ты используешь, это у тебя платье и их комбинации. Комбинации этих платьев. И нарядов, и одежды. И вот вы выходите и деретесь друг с другом этими платьями. То есть вы как будто бы идете по подиуму, и вам выставляют оценки, и все это еще облизано просто бесчисленным множеством механик из батлеров. И я тогда понял, боже мой, как же можно делать игры мобильные? Вот это да! Я забыл про название, но я тогда безумно удивился, что, господи, вот так можно было бы. По сути, это был обычный рескин всех механик в какую-то другую тему. Но они так хорошо перформили, судя по тому, как писал тот же, по-моему, Playliner, и другие компании выдавали статистику, что у меня просто седые волосы появлялись пачками. А потом я такой, блин, почему это не я сделал? А потом я посмотрел на количество артов, которыми они залили всю эту анимацию, и понял, почему. Да, это очень много. Одна из типа самых популярных игр — это типа Honkai Genshin, вот. И у них безумное самое количество лора и проработки мира, несмотря на то, что это, ну, бесплатная игра, все еще гача, но бесплатная. Ну, как условно бесплатная. Ну, да. Как часто шутят, что я недостаточно богат, чтобы играть в бесплатные игры. Да, да, так и есть. И в них можно играть бесконечно. Как он недавно выходил, плакал по поводу происходящего с изменениями новыми патчи. А, ну вы же не смотрите мобильный гейминг, он же не является геймингом. Там продюсер вышел и плакал на тему того, что, господи, боже мой, мы же делаем игру, мы ее тоже очень сильно любим, а вы такие плохие гадости пишете нам в Google Play и в Apple Store. Посмотри, там это мем. Нет, не видел. Ну да, слушай, ну это часто именно и... У игроков, которые потребляют продукт, в том числе, у них есть пренебрежение к мобильным играм. Что, и даже есть такой злобный мем, что это что, мобилка, что ли?
когда анонсируют что-нибудь. Да пускай, ну как бы шутит-шутит, а мобильные игры зарабатывают в десятки раз больше. Ну да. Мобильные игры, как в другом меме, такие пошли деньгами, так вот, утерли слезы. Слушай, но при этом ты сам сказал, что у тебя есть пэт-проекты, а это пэт-проекты мобильные или это пэт-проекты каких-то Нет. больших игр? Ага. Ну как, я не назову их большими играми, они скорее будут Ну, средним и инди, да. Я имею в виду большие игры тоже, вот с какой-то линзой испорченной сижу. Я имею в виду проекты не мобильные, которые One Pay или The Full Price. А, да я тут даже не думаю о монетизации этих проектов. Я делаю их, потому что мне нравится программировать, мне нравится расставлять капсулы, видимо, по сценам. И потом нажимать им физику, чтобы посмотреть, как они падают, смешно. Но нет, я бы сказал, что мне просто нравится делать игры. Мне нравится делать то, что мне нравится. И я даже сделал одну такую капсульную игру, которую хотел с самого начала на таймерах. Типа, концепция очень простая. Ты постоянно идешь, ты герой, и у тебя есть всегда таймеры. Ты идешь вместе с эльфийкой. Мне тогда очень сильно зацепила идея игры, что для эльфа человеческая жизнь сродни собаке. То есть, представляешь себе, да, у тебя есть хороший, верный друг, он замечательный, красивый, замечательный, Но просто все всего великолепно выглядит. на лет на 70, да? Да, но всего на 70 лет и все. Я хотел передать ощущение, что ты собака. У тебя есть 70 лет, чтобы успеть с эльфийкой дойти до прекрасного рая эльфийского, который она тебе обещала. Но она сказала тебе такую вещь, что ты дойдешь, но только в один конец. Тебе не хватит жизни, чтобы дойти туда обратно и вернуться, и жить здесь вместе. Может быть, ты просто останешься здесь, потому что я пришла сюда для того, чтобы просто веселиться и получать удовольствие. И вот она тебя ведет обратно той дорогой, которая шла. И она тебе рассказывает о событиях и местах, где все это происходит, и ты можешь там полазить, походить, что-то поделать. Но при этом, при всем, у меня были счетчики, такие форки. Ты приходишь, как в новелле, у тебя есть форки. Ты можешь спасти людей, это займет там день. Ты можешь научить людей драться, чтобы на них троглодиты нападающие не смогли отбить им деревню. Это займет 2 года или сезон. И вот ты так идешь, 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 а время тает на глазах. И ты все распыляешься, распыляешься. А эльфийка, она такая у меня должна была быть. Она не вызывает никакой травмы, она скорее тебя принимает таким, каким ты есть. И считает, что вся твоя прожитая жизнь вместе с ней тем видом и образом, который ты видишь, и составляет тебя. И ты можешь начать. Хочу начать, например, магом. А тебя научат магическим искусствам в любой момент, когда ты захочешь, для того, чтобы ты смог колдовать. Но это займет там 4-6 лет твоего времени. И я хотел это делать вот так. Ну вот, теперь ты маг, 6 лет прошло. Такие-то события, может быть, там произошли с тобой. Эту игру я сделал. Ну, как сделал? Ты такая, там можно пощелкать? Я такой сделал и забил, потому что потерял интерес к ней. И она на капсулах. Ну, то есть там пощелкаешь, там еще, и все. А сейчас загорелся другой идеей, абсолютно новый. Похоже Хочу. на... Я поставил ее в рескине Rain, где карточки щелкаешь влево-вправо. Да. И вот я загорелся другой игрой. Я хочу сделать что-то наподобие Disco Elysium, только мне очень нравится в играх подобного плана вариант, в которых ты проваливаешься. И я такой, блин, а было бы прикольно, если бы ты не проваливался, а я уже из другой, из настольной ролевой игры беру эту идею. Ты не проваливаешься, а берешь осложнение, если хочешь успех, если ты провалился. Ну, типа, ты такой, ну, я хочу убедить ее. Падают кубики, значение навыков у тебя очень низкое, выпадает неуспех. И вместо того, чтобы заставлять тебя тратить какие-то вдохновения или другие механиками перебрасывать, или заставлять тебя сейф скамить. Я очень хочу вот этот сейф скам убрать еще, ко всем прочему. Ты можешь сказать, окей, хорошо, я беру осложнение, но это будет успех. Она тебе дает успех, и появляется на сцене, там, не знаю, дополнительные враги, или еще что-нибудь. Или просто сам диалог в других его частях осложняется сильно. Очень больше, очень сильно больше работы будет. Но я думаю, она стоит того. Собственно, я вот буквально подумал, что это прикольная идея и хочу сделать такое. Вот. Давай тогда вернемся к геймдизайну, может быть, и настольных игр тоже, в том числе, потому что у тебя вторая часть опыта — это настольные игры.
Настольные игры, я не знаю, сложно говорить, типа, сейчас популярны, но в последнее время я все чаще слышу, допустим, я живу в Екатеринбурге, я все чаще слышу, как кто-нибудь собирается поиграть в настольные игры. Или там собраться в ролевые приключения с кем-нибудь. Вот буквально недавно слышал, как женщина рассуждала, ну, я либо найду там себе пати, либо сама, наверное, проведу. Скажи, как ты вообще стал гейммастером? И в чем, ну, не то чтобы роль, задача гейммастера, но это геймдизайнерская и составляющая геймастера. Потому что мне кажется, что геймастер, он должен быть геймдизайнером. Ну, то есть, ну, в смысле, не должен быть по профессии геймдизайнером, но у него навыки геймдизайнера должны быть, чтобы как раз понимать, в чем фан от игры для других игроков. Кажется, понял тебя. Ну, тут сложно. Я бы... Тут сложно, потому что... Да, я согласен с тобой, что он должен иметь некоторые навыки геймдизайнера, но мастер не закрывает их всех. Я бы даже сказал львиную долю навыков геймдизайна. И, к сожалению, я бы очень хотел, чтобы если ты стал геймдизайнером, такой хоп, и сразу стал геймдизайнером компьютерных игр. Но, к сожалению, этого так не происходит. Причем я должен не то, чтобы поправить тебя, я бы уточнил, что я больше по настольным ролевым играм. Это самое непопулярное направление игр в текущий момент. И всю свою жизнь я, наверное, борюсь за то, чтобы он стал популярным. Шум прекрати. Шум не дери. Шум. Все, кошка ушла. Перерыв на кошечку. Да, ну, нет, он не попытается. Она еще не поняла, хочет она драть дальше или нет. Ну ладно. И да, когда ты ведешь настольную ролевую игру, тебе необходимо срочно принимать какие-то различные решения на тему того, чтобы улучшить игровой опыт тех или иных игроков за игровым столом у тебя. Но это ни в коей мере... Кашу, что ж такое? Там прекрати, все. Но это ни в коей мере никак не коррелирует с тем, что ты делаешь в качестве геймдизайнера за компьютером. То есть ты можешь представить, что у тебя партия сидит играет. На самом деле у тебя будет сидеть играть один человек или несколько человек по сети. Ты уже не совсем правильно представляешь себе свой опыт. Да что такое? Все, он кричал на меня, она обиделась, убежала. Для геймдизайнера очень-очень важно представлять, с чем живет его игрок. Где он находится, на какие кнопки нажимает. Это не просто ты берешь и говоришь, да, например. Есть вот недавно мобильную, я недавно видел студию одна, которая сделала там RPG, вроде бы как, если я не ошибаюсь, сделала мобильную версию игры Выживача. Я залез посмотреть, как там выглядит UI. И вот представь себе, человек, который приходит геймдизайнить на мобилку, он не понимает, что есть, например, скошенные углы у людей на телефоне. Да, казалось бы, да, вот ну, смотри, да, вот простейшая вещь. Вот он угол. Так они вот сюда, вот этот кусочек, Крестик? они... А? Крестик? Нет, крестик здесь. А сюда они меню спрятали. А вот если ты нажмешь, да, вот, например, да, ты вот знаешь, вот этот дурацкий остров есть у айфонов, ты понимаешь, что оно тебе закрывает некоторую часть UI. И они не понимают, что большинство мобильных игр стараются теперь делать вот сюда весь UI. В рабочую зону, да. Ну да, в рабочую зону. И все вот эти вот маленькие детали, которыми ты работаешь, казалось бы, они не важны, но они передают ощущение того, что твоя игра была вылизана и доработана специально под тебя. Ты здесь играешь, и ты получаешь ощущение. Да даже некоторые игры делают великолепнейшие вещи. Они, например, стиками, да, которыми ты пользуешься во время игры, ну, вот этими манипуляторами здесь внутри, которыми ты пользуешься, они тебе дают возможность дать ощущение даже передвижения по камням, например. Ты берешь, идешь, и у тебя телефон такой трут-трут-трут-трут-трут-трут. И многое-многое другое. И ты думаешь, блин, вот это дизайн, вот это круто. Ну, казалось бы, это мелочь, которая не стоит того, но это и работа на эмоции, и ощущения игрока, который потом скажет, блин, как классно. Вот это весело. Да, это может заколебать, и это тоже нужно учитывать. Ну, то есть, а тут тебе просто как есть под мышку и клавиатуру выбрасывают. И когда ты из настольных ролевых игр приходишь сюда, а у тебя единственное медиа был твой, ну, как бы речевой аппарат, может быть, нарисовать карту, может быть, нарисовать картинку,
ты не отдаешь себе отчета во всех тех нюансах и мелочах, которыми живут люди. В тех же самых хороших и плохих шутанах, например, да, как получить эффект и удовольствие от стрельбы, да. Там целые книги чуваки пишут на тему того, как пушка должна стрелять, как реагировать на экран, мышку взаимодействовать, чтобы тебе передать разные ощущения от стрельбы. Причем каждая игра разные ощущения передает. Одна для competitive gaming будет делать одно, а когда ты садишься играть в другую игру, одиночную, например, там тоже Prey, у тебя будет совершенно по-другому стрельба работать. А Fallout 3, ну, по-другому. Не самым лучшим образом, но как есть. И ты такой, ну, понятно, хорошо. Можно было, конечно, сделать лучше, но это же Bethesda. И... Это же инди-компания на три человека. Ну вот, и ты такой, ну понятно. И из-за этого вызывается легкий такой диссонанс. Я бы назвал его диссонанс воображения. Ты воображаешь себе то, как игра должна быть. У тебя может быть хорошо, даже это получается. Но ты не можешь ее транслировать на игровой код. Ты не можешь ее транслировать или телеграфировать в правила, и правила создания, ты не можешь добиться от людей того, чего ты хотел бы, потому что ты сам на самом деле не понимаешь, что ты хочешь. Ты можешь описать красочную атаку, попадание по какому-нибудь орку, кровь фонтаном, разливающуюся из его предплечья, хотя на самом деле там не фонтан крови, на самом деле, да, там только хлюп и все. Но тебе хочется этот фонтан крови, и ты его описываешь, а ты никак не транслируешь вашему художнику-аниматору, который сидит и говорит, блин, ну хорошо, ну будет удар. А там появляется такая вспышка красная, что ты попал. Потому что он переиграл, например, в те же самые. Ну, то есть эти нюансы очень хорошо нужно транслировать. И уметь, и знать, и обладать навыками, и умением, и опытом, и знаниями. Ну, в общем, играть, ну, и в том числе. Слушай, мне кажется, что ты говоришь, а все-таки как-то описывается насмотренностью. Ну, то есть неужели нет никаких переходящих типа параметров, если ты... опять же, работаешь над одним видом игры, над другим видом игры, над третьим видом игры. Потому что кажется, что если мы говорим о геймдизайне, есть, по крайней мере, вот эта вот ну, задача создать некоторую потоковость что для человека. И что минимизировать элементы, которые будут фрустрировать из этого потока игры. Ну, из переходящих, отвечая на первую часть вопроса, я бы сказал, что есть создание мира игрового. То есть это написание большой, клюквенной, огромной Википедии, где тебе будет каждый персонаж, его характер описан, еще что-то. Да, окей, это можно транслировать. Можно транслировать и работать даже с нарративом. Но тут уже не каждый сможет, потому что очень по-разному мастера игры ведут игры. Чаще всего, в большинстве случаев, это пассивно-реактивная позиция. Я живой мир, и я реагирую на действия игроков, а они, в свою очередь, делают свои собственные действия. Ты как бы реагируешь, ты не пытаешься влиять на процесс, задавая себе вопрос, а зачем мне нужна, например, вот конкретно эта сцена, механика, игровой процесс. Большинство мастеров игры, по крайней мере, на текущий момент, да, они берут правила, смотрят на них и думают, окей, в это мы играем. Забывают половину и играют в тот образ игры, который они хотели бы. Или, например, не забывают половину, но играют по правилам. Они пытаются им преследовать. Они не пытаются понять, зачем им нужны эти правила сейчас, можно ли использовать какие-то правила получше, как это будет реализовано в конкретной сцене, и они не дают вот этого ощущения, извини, что так эзотерически говорю, потому что я не могу найти какого-нибудь правильного слова, ощущение дикой фантазии в рамках работы на эмоциональное состояние твоего игрока в текущий момент. Вот так вот сложно. То есть мастер скорее скажет тебе, что тебе нужно кинуть 4d6 за падение и убить, потому что ты упал. Вместо того, чтобы понять, в текущий момент было бы классно разыграть падение игрока как серию проверок и попыток зацепиться за деревья, но этого в правилах нет. И сделать игровую механику интереснее, забавнее, веселее для игрока, которому можно транслировать прямо сейчас вот эту мини-игру правила и рассказать, что, его, что от него будет требоваться на протяжении этого небольшой сцены, чтобы он либо удержался, либо получил урон, либо сделал что-то еще и аллоцировал какие-то свои ресурсы в момент того падения. Что и делает, собственно, геймдизайн. То есть мы пытаемся взять и передать какой-то опыт. Вот так. Ну, слушай, все как будто бы есть аспекты, связанные с мотой. Просто я скорее думаю о дизайне. Вот, в дизайне есть...
переходящие элементы, которые ты используешь в любом дизайне. Типа то, как понимание насмотренности, работа с формой, работа с цветом, работа с другими элементами, с психологией, в том числе людей, которые взаимодействуют будут с твоим дизайном, как с интерфейсом. Вот. И, ну, может быть, если говорить о геймдизайне, то и ты сам это описывал, именно у тебя было два примера, и пример из ролевой игрой, и пример с Atom RPG, и с другим примером с стрельбой. Вот. Они все как будто бы ложатся в итоге на насмотренность, что твой переход, что переход как будто бы геймдизайнера из одной среды в другую, он тоже в том числе связан с насмотренностью. Что вот, если ты замыкаешься, в общем-то, на своем только на мобильных играх, только на ролевых играх и только на цифровых играх, там, за фулсетник, то у тебя не получится перейти в другой медиум как раз. И что в этом смысле, как будто бы ты должен быть игроком в том числе в эти игры, чтобы перейти. Ну, слушай, наверное, порефлексировав немного, да, над тем, что я сказал, и уж тем более о том, как ты подвел к этому черту. Да, наверное, да. Я бы сказал, что насмотренность очень важна, безумно важна, как мне кажется. Умение смотреть, причем насмотреть не абы какая. Не просто увидеть, что в God of War мечи проникают сквозь противника, а понять, зачем они проникают туда, почему, задать вот эти вопросы, порефлексировать на эту тему, какие ощущения ты получил от того, каким образом они работают, а почему камера двигается у Ведьмака так, почему в Ведьмаке, например, сложно играть с контроллера или сложнее, а где лучше, поиграть где-нибудь с другой. Ну, то есть, в зависимости от того, какая у тебя задача стоит, играть в те игры, в которых ты хочешь разбираться и для кого-то хотел бы работать, при этом не просто так играть и получать удовольствие от, ну, или вовлекаться в игровой процесс, представлять себе, какой набор игр тебе нужен для того, чтобы составить впечатление, чем может вот на текущий момент ответить ваша игра остальным или игры этого жанра в текущий момент рынку. То есть и сразу понимать, и закладывать идею, что тебе нужно думать на несколько лет вперед, потому что это сейчас так. А дальше все будут развиваться дальше, и специалисты в этой области будут думать, а как же сделать лучше? Что же мне мешает? Как было бы текущий момент интересно игроку? И не успевать, то есть, и не забывать про интересный момент научения игрока. У тебя есть игроки, которые учатся в жанре. Они играют и получают новые механики, которые они опрувят. Это как окно Овертона. И раньше не было механик, которые, ну, считались зашкваром. А сейчас этих механик полно и везде. И ты можешь их наблюдать. И вот если ты играл в игры в 2008 году, ты бы плюнул бы в игру, если бы у нее были такие механики. А сейчас ты такой, да, насрать, поехали. 100-500 собирашек, коллектаблс, которые еще друг на друга настаканы, и по всему уровню, и ты идешь через них, как паровоз. Да, а потом через некоторое количество времени ты ловишься на мысли, блин, если бы их было меньше, мне было бы не так интересно играть, между прочим. И гринд бы казалось бы странным. И я бы забросил игру, а тут я смотри, сколько уже играю. Уже 284 часа. И это все растет. Как бы, мне кажется, вполне себе круто именно насмотренность в том смысле, что и ты следишь за тем, что происходит на рынке, и понимаешь, куда тебе развиваться, куда развивается рынок, кто что интересно выпускает. При этом тут стоит обратить внимание еще на одну вещь, что есть очень много проектов, которые рискуют, выпуская какую-либо фичу, но они в каком-то смысле могут проигрывать, и эти проекты могут ускользнуть из твоего взгляда. Ты не увидишь ошибок, которые совершили ребята, создававшие ту или иную фичу или реализующие ее. Это, знаешь, как ошибка выжившего. Знаешь, что такое? И по-хорошему, если ты, ну, находишься в индустрии, опять же, да, работаешь, тебе необходимо эту ошибку выжившего также учитывать. Ну, то есть, на самом деле, это комплексная проблема и нюансов, которые следует рассматривать. Просто колоссальное количество. И я боюсь, тут, к сожалению, только либо вас специалисты научат этому, долго, планомерно показывая каждую. В рамках одного вот этого стрима мы вряд ли уточним вообще каждый нюанс, связанный с разработкой фичи, например, той же самой. И
Я бы сказал, что эти нюансы, к сожалению, приходят с опытом. То есть, если есть возможность вот, написать себе геймдизайнер джуниор, запятая, да, там, и бросить резюме куда-нибудь, делайте так, прям сразу идите работать и набивайте все шишки, которые только возможно. Влипайте во все, там, ругайтесь со всеми. Но на самом деле не надо ругаться, это я вам сразу говорю. Пытайтесь найти консенсус. Тут огромный, хороший софт-скилл уметь разговаривать с людьми. Так, чтобы они выполняли те задачи, которые вам нужны для реализации проекта. Потому что самое важное – это итоговый результат и проект, а не то, как вы его правильно и хорошо сделали. Слушай, а у тебя самого, у тебя есть какой-нибудь типа метод анализа именно механик или фичей, которые ты видишь в играх? Когда ты смотришь такой не с позиции, типа просто это классно, а почему это классно, как ты сказал? Блин, сложно, у меня очень много разных подходов, в зависимости от фичи, которые мы хотим разрабатывать для нашей компании. И, по примеру, большой предыдущей фичи, это сразу мы лезем в плейлайнер, покупаем подписку, смотрим, как реализовали другие игры. И выбираем из многочисленного количества тех или иных игр те фичи, которые нам больше нравятся, или меньше, наоборот. Что нам подходит по системе, что не подходит системе, которую мы уже на текущий момент имеем на руках, с кучей легаси, с кучей проблем, с кучей идей, которые были вложены людьми. Чтобы не нарушить их принципы и идеи, но при этом при всем сделать в общем смысле лучше для всех игр, которые находятся у нас в настройках. То есть в настройках, в основной системе, экосистеме наших игр. И всякий раз, когда мы подобного рода подходим к этому вопросу, возникает еще большее количество вопросов к той фиче, которую они реализуют. У нас, к сожалению, очень уникальный проект, и из-за этого нам не подходят все решения всех других мобильных игр. И отсюда у нас просто какое-то невероятное количество мозговой деятельности растет, и долго сразу же перед каждой фичой. И чтобы ввести какие-то обычные фичи других игр, нам нужно просто вот так вот сломать свою голову 10 раз, написать 5 разных симуляций, которые будут смотреть, как в каждой отдельной игре она будет себя вести в зависимости от... Переговорить с 5-6 другими геймдизайнерами и аналитиками, а не сломаем ли мы вам что-нибудь тем, что введем вот такую механику, смотрите и каждый раз объяснять, что она из себя представляет. А потом показать им свою симуляцию, что вот, смотрите, по нашим цифрам вроде бы все не рвется, и вроде бы все хорошо. Потом попасть в производственный ад на полгода в попытках реализовать все нюансы, договориться со всеми, пройти ревью со всеми геймдизайнерами, продюсерами, с аналитиками, которые запустят нам АБ-тесты разных характеров для того, чтобы запустить свои градусники туда и померить, насколько она хорошая или плохая. А ты вот все это время сидишь в наушниках, печатаешь всю эту документацию, пишешь симуляции, пишешь, подготавливаешь базы данных для этого все, разговариваешь с другими людьми, которые будут все обвязывать. Чувствуешь, ну, пытаешься понять, прикинуть, какой баланс там должен быть. И ты такой думаешь, блин, да зашибись будет, хорошо же будет. Ну че, я же верю, ну классно. И потом выпускаешь. Она тебе дает либо какой-то прирост, в плохом случае она тебе дает прям провал, сильный провал, но... Это опыт, и ты знаешь об этом. А когда вы джуниор в компании, то вам вообще никаких проблем не будет. Блин, все это очень сложно, ребята. Вопросы настолько сильно общие, что сказать обо всем и выразить все то, что происходит в компании, тем более большой, и рассказать, как кто с этим справляется, тяжело. В маленьких компаниях справляются на уровне чутья. Ну, типа, например, вот такая фича. Как вам, ребята? Все-таки... Ну, вроде классно, запускаем. И иногда запускают даже без АБ-тестов, без всего, просто тупо на прод, бам, с новым обновлением, и все. И вы же с этим живете. И никто ничего не делает. А потом она такая, игра начинает плохо перформить. И вы такие, так, понятно. Маркетинг говорит, ребята, вы очень все плохо поломали. Нам нужно выкатывать версия 2 и обещать нашим игрокам, что все будет классно во второй версии. Мы такие, да твою ж мать. Вот так это работает примерно. Ну да, и... здесь, наверное, еще подход, как, в какой, в том числе, системе вам нравится работать, потому что, да, большие, в больших часто так, в мелких, наоборот, не разбериха стартаперская. И это касается, кстати, не только игровой индустрии, это касается многих других индустрий.
где много людей или меньше людей. Потому что, ну, больше людей, дольше работа. Да, именно так, именно так. И очень много разговоров. Вы никуда не избежите. Причем, по-хорошему, геймдизайнеру нужно быть проактивным и инициативным. Проактивным – это значит, что он должен проявлять какие-то действия сам, не сидеть, упершись куда-то. Он сам должен идти, сам должен кому-то что-то доказывать. Проактивность – это его выражается так. А инициативный – это всегда что-то предлагать. Смотреть, понимать, где у вас есть точки роста. Это очень важно. А чтобы понимать, где у вас есть точки роста, смотреть на конкурентов, не обижаться на них, что они лучше или хуже, там, не злорадствовать, а понимать, что всегда практически в любом проекте есть точки роста. Вы всегда можете стать лучше, вы всегда можете повысить какие-то метрики. И если к вам на ум ничего не приходит, ну, значит, вы либо перегорели, как я, например, либо у вас недостаточно подпитки извне теми играми, на которые вы работаете. И вам срочно нужно открывать, например, тот же самый, там, я все время лайнер говорю, да просто App Store открывать и скачивать все игры, как Сашко. Слушай, какие у тебя могут быть, ну, какие дашь рекомендации по тому, что, может быть, почитать, поизучать перед тем, допустим, во-первых, как идти в мобильную индустрию, в которой ты сейчас работаешь, а во-вторых, может быть, еще и по настолкам тоже. В смысле, по ролевым, да, имею в виду. Знаешь, вот с точки зрения своего собственного опыта, да, то, как я вижу людей, которые приходят в индустрию, кто начинает работать, кого набирают из HR-ов там. Да, как-то чтение никому не помогает. без негатива. Оно как будто бы не работает. Я сейчас без негатива, я чисто про реальность, которая окружает меня. Как будто бы склад ума нужен. Словно бы люди приходят, они должны хотеть, если ты приходишь на мобильный проект большой, то ты хоть должен хотеть зарабатывать. Если ты приходишь на маленький мобильный проект, где у тебя делают сити-билдер, потому что стейкхолдер просто хочет себе мобильную игру, которая была бы приятной, доказать, что мобильный гейминг на самом деле не про деньги, то это совершенно другая история, тебе нужно будет по-другому разговаривать с HR-ом. И если ты идешь вообще в хоть какую-то компанию, посмотри их проекты, посмотри, чем они занимаются и работают, узнай, как называется компания, в которую ты идешь, куда ты подал документы, кто там работает, и не дай бог, у геймдизайнеров там есть какие-то свои собственные каналы. Например, если в Playrix пойдешь нарративным дизайнером, посмотри выпуски нарративного дизайна человека, который, собственно, в Playrix работает, он выпускает видосики. Я вот, например, этого не сделал, хотя мне хотелось с ними поработать и отправил даже резюме. Но он, я совершенно справедливо согласен с тем фидбэком, который они мне дали, но я на самом деле не понял, чего они хотели. Если уж так говорить. И по большому счету нужна хватка, насмотренность, какое-то понимание того, чего тебя хотят на самом деле, умение разговаривать нормально, по-человечески, не быдло-бриганский, наверное, что ли. Хотя у нас был один геймдизайнер, который постоянно матерился и ругался на людей, которые не выполняли его поставленные задачи. Такое было. У нас был еще один другой геймдизайнер, который на всех орал и при присутствии всех мог выкинуть вещи куда-нибудь в сторону. Я слышал историю, как одному геймдизайнеру сломали стул об спину, когда спорили по поводу какой-то ерунды. Ну, такое было. То есть, такое... По-моему, это был Невал, что ли, старый. Если ты знаешь эту компанию вообще. Приходишь работать с геймдизайнером, а попадаешь в рестлинг какой-то. Да, да. Ну, нет, я сейчас такие краевые случаи. Да, я понял. Может быть, там 0,05% от того, что на самом деле происходит. Но все это, в принципе, показывает о том, каким образом геймдизайн может работать и может не устраивать людей, которые там работают. Ну, короче, общайся. Насматривайся механик, если у тебя есть возможность учиться где-то, учись у кого-нибудь, у профессионала, разговаривай с людьми, общайся с другими геймдизайнерами обязательно, что они делают, как они что-то реализуют, будь хитрым, потому что назойливость очень быстро тебя отрубит от некоторых геймдизайнеров, которые поймут, что ты хочешь от них просто опыта. А другие умные геймдизайнеры, скорее всего, такие возьмут, скажут, ты опыта хочешь? Ну, приходи к нам в компанию, я тебя научу. Потому что не поймут, что ты хочешь учиться. Учиться безумно важно.
Когда ты постоянно находишься в этом процессе, ты поймешь, что, например, если ты приходишь в мобильный геймдизайн, тебе понадобится Python обязательно для написания различных симуляций по-быстрому на коленке. Тебе понадобится SQL, потому что по-другому ты не сможешь ответить на вопросы по поводу того, а что делают у тебя игроки в игре, если у тебя в игре вообще есть хоть какая-то статистика, которую ведут. Тебе понадобится нормальный серверщик, который тебе напишет систему учета всех серверных событий, которые там игроки делают, если у тебя игра вообще завязана хоть как-то на онлайн. И тебе со всеми этими технологиями придется встретиться лицом к лицу, поговорить. Хочешь ты этого, не хочешь, ты можешь долго пытаться манипулировать другими людьми и говорить им. Если у тебя это, конечно, получится манипулировать другими людьми, и за конфеты просить у них работать с сервером, с данными или какими-то другими вещами, такой тоже нормально работает. Я видел геймдизайнер, девушку, она великолепно работала. Она добивалась того, что хотела, при этом не знала ни единой строчки кода. Ей было так насрать. Она баланс не знала, математику не знала, ничего не знала. Ей этого всего не нужно было для того, чтобы выпускать крутые фичи на проекте. Потому что она до всего договаривалась. Более того, всю математику она скидывала на аналитиков, которые принимали от нее задачи. Она просто приходила и говорила: аналитики, посчитайте, посчитайте, посчитайте. Вот есть, посчитайте. Аналитики писали там уже сами симуляции. Это делали не геймдизайнеры. И работали. И как будто бы это все работает. Мне кажется, что в геймдизайне скорее нужен какое-то особенное понимание, умение рисовать реалистичную картинку, понимать, от каких людей ты можешь это добиться, какими ресурсами ты можешь это добиться, и идти к этой картинке. И шажок за шажком, постоянно обновляя эту картинку, понимая, сколько у вас ресурсов, какие они есть. И в итоге ты, может быть, даже придешь вообще к совершенно другой картинке. Абсолютно. Но ты к ней придешь, если будешь долго идти. Как я сказал, прям по-уфному. Да. Тысяча шагов начинается с первого. Наверное, у меня просто уже совсем agile головного мозга. Слушай, тут интересный вопрос обратный. Ты сказал про те навыки, которые... склад ума, которые необходим для геймдизайнера. А что бы ты сказал с стоперами? Ну, типа, есть ли какие-то, где ты понимаешь, что не нужно идти в геймдизайн? Вопрос из чата. Кому точно нельзя в геймдизайн? Ты ненавидишь разговаривать с людьми, договариваться с ними. Тогда ты не сможешь договориться на разных этапах. Даже если ты индюшник, ты не сможешь договориться о том, что твою игру выпустили на Google Play. Тебе нужно быть прямо, ну, совсем сильно. Может быть, даже нанять кого-нибудь, кто будет говорить за тебя. Может быть, если ты не готов играть в игру, которую дизайнишь. Очень много геймдизайнеров, которых я видел, они не берут игру, которую играют. То есть они не играют в игру, которую создают или работают. Они, у них есть какой-то, знаешь, такой момент неприязни уже к процессу. Они настолько долго в нее играют, настолько долго на нее смотрят, что их уже тошнит, она уже вот здесь. И они сидят там такие... Они уже играют во все что угодно. Или они вообще уже перестают играть, потому что это уже набивает оскомину. Если у тебя нет сильного ощущения, что ты готов одну и ту же игру постоянно переигрывать и думать о ней не как о игре, которую ты хотел бы играть, а как и игре, которую ты хотел бы улучшить, то тогда, наверное, тоже не стоит. Это то, что касается мобильного геймдизайна, который уже состоялся в Legacy. А так, да, мне кажется, любой может человек создавать. Вот прям сесть сейчас, да, там, открыть Unity, скачать, открыть какие-то там несколько чат GPT и пытаться уже прямо сейчас набирать какой-то код в зависимости от того, какая картинка тебя обговорит. И там шатка не валка, ты пойдешь. Поэтому, если ты хочешь идти в какой-то промышленный геймдизайн, как я его называю, ну, дурацкое слово, потому что я его придумал сам. Промышленный — это в смысле корпоративный, вот этот огромный, тяжелый, неповоротливый, за деньги, про деньги. То нужно так. А если ты просто любишь игры создавать, иди, вот прямо сейчас загрузи, что ты смотришь на меня, просто вот так вот, на второй монитор. Отправляй все то, что ты смотришь. Открывай Unity, садись, пиши. Делай. Капсулы. Ну, в целом, так что... кстати, совет не только твой. Я тут просто, когда, пока ты говорил, я вспомнил, ну, много-много подкастов, и как делают игры, и подкасты, которые я когда-то сам вел с разработчиками, и вот сейчас замечательный проект делают отвратительные мужики
The House of the Deaf, там с Тон Антонио совместно ведет Петр и приглашает разных классных геймдизайнеров, и не только. И это буквально слова, ну то есть какое-то понимание, какой-то common sense, которому все приходят, видимо, кто работает с играми. Ну да, если ты долго играешь, долго работаешь с играми, ты такой понимаешь, что игру можно сделать вообще как угодно. Чуваки на питоне пишут игры. Они порой бывают интересными. Да, понятно, что они не бывают популярными, безумно их не выпустить на какую-то платформу. Но, камон, я вот видел тут инсталлы. Хорошая, нормальная мобильная игра, у тебя есть RPG, абсолютно текстовая, с дурацкими, некрасивыми, безгуайными кнопками. Но она играется так приятно. У нее так написано все хорошо, у нее красивые тексты, у нее такая слегка пиксельная графика. Ты приходишь, у тебя прямо такая таблица, куда ты можешь попасть. Ты выбираешь в этой таблице, куда ты хочешь идти, приходишь туда, видишь там вот эти маленькие пиксельные картинки гоблинов или лизард-фолков, которых ты убиваешь, нажимаешь «убить его». И он сидит, они там дерутся, тики-тики-тики-тики-тики, друг против друга. И тебе выдают сводку о том, как они там дерутся. Игра вообще не стоит невиданного яйца, более того, она не, не вылизана в плане UI или какого-нибудь передачи ощущений и сока в трехмерном пространстве, а играется, ты сидишь прям такой, о, прикольно, а теперь пойду пум-пум-пум в другой город, я теперь куплю меч. И там тебя встречают какие-нибудь милые события, девочка не может пройти на воротах, ты такой, а почему ты не можешь пройти? Мама меня забыла, они прошли, а меня не пускают, что у меня документов нет. Помоги еще, пожалуйста. Ты такой, ну хорошо, вот и золотой. А потом тебе пишут, ты видишь, что девочка выпрашивает золотой уже у другого человека. Ты такой, блин, какой милый дизайн. Меня так сейчас нагрели. Прикольно. И ты такой смотришь на девочку, и девочка, и она пропадает от двери. А потом ты понимаешь, что это воровская гильдия. Ну, короче, там прикольно. Ну, короче, куча весь очень прикольных вещей. Что я рассказываю? Просто очень много. Вы можете даже, да, вот сделать кликер, как делают некоторые, заработать кучу денег, пообещав, что этот кликер будет в листинге. Криптовалют. Камон, чуваки, боже мой. Просто создавайте игры прямо сейчас, которые вы хотите. У вас, по-моему, не должно вообще ничего останавливать. У вас уже, по-моему, все есть. У вас есть бесплатный Unity, бесплатный Unreal, который убьет вас плюсами, может быть, контор. Но там есть блюпринты, вы легко зайдете туда, у вас есть... Если у вас есть какая-то идея, просто заходите и работайте. Все, что от вас требуется, это потратить ваше время вместо игр на в игры, создание игр. И вы перестанете играть, а играть нужно. Вот такой уроборос. Да. Да, я помню свою эйфорию, когда я как-то зашел в гейммейкер и просто сделал сцену с платформерами. Ну, я не знаю, я где-то час прыгал просто по ним. Там не было никаких, типа, механик, кроме прыжков и перемещения, но я час прыгал по платформеру, который сам сложил из блоков. Да, а потом представь себе, ты можешь написать код, который тебе немножечко подтюнит физику. Ты сможешь прилипать к стенам, ты такой... Да-да-да. Это я сделал этими руками. И ничего страшного, что ты повторил код. Да надо срать вообще абсолютно. Ты это сделал, у тебя уже есть этот навык, ты можешь повторить. И дальше ты можешь только развиваться. Вот с этого момента ты наступил на первую ступеньку геймдизайна, и дальше тебе идти только вверх. Все. Правда, будут бессонные ночи, ненависть к себе, может быть, потом разговоры в барах с твоими друзьями. Куда я вообще ввязался? Бриганов когда-то очень давно, 6 лет назад на стриме сказал, а теперь где я? Посмотри, Марк! Ну вот, да. Такое может случиться. И это случалось и с моими приятелями и друзьями. Правда, фамилии менялись. Да, мне кажется, что что касается игровой индустрии, которая, вот, наверное, не... Может, даже та мобильная в том числе. Но в первую очередь, наверное, инди-сцена и игры за большие ценники, и за средние ценники и так далее... Они очень похожи и на киноиндустрию, и на книжную индустрию, где ты просто пускаешься в плавание, вот и в этом плавании ты можешь тонуть. Ну, вот это просто правило этого медиума. Да, да. И там количество, качество, глубина настолько огромная, даже несмотря на то, что... Вот раньше не было никаких движков, ну, как нет, они были, да, но они не были настолько популярны. Даже вот в 2008-м, по-моему, был популярный один геймдизайнер, который говорил...
Если вы делаете не на своем движке, то это не игра. Ты, наверное, знаешь его фамилию даже. Но, тем не менее, этот человек говорил такую фразу на полном серьезе, и, казалось, думаешь, да, наверное, он прав, потому что тогда ты не сможешь сделать уникальную игру с уникальными ощущениями. А Unity Unreal нам доказывает совершенно другое. Смотрите, берешь уже готовые реализованные проекты, ты берешь уже готовые ассеты, механики, берешь даже контент уже готовый, покупаешь там за сколько? За обед, за чашку кофе, и заливаешь им всем. Да, она будет выглядеть дешево, но ты уже сделаешь proof of concept. Это по-русски доказательство своей состоятельности или состоятельности игры. Не знаю, ну... Я помню, что был на русском термин, но я забыл, какой это. Это, по сути, какой-то питч, как доказательство, что, ну, MVP, доказательство, что твоя идея работает в каком-то виде. Даже если на ломаных ассетах, но это все еще как-то интересно играть с этими ломаными ассетами. Да, да, именно так. И вот у тебя уже все получается, ты молодец. Ну, как получается? У тебя получился MVP, у тебя получились таблетки, которые выполняют то, что хотел. И уже можно посмотреть, как это играть, даже если ты не умеешь в анимацию. А дальше у тебя пути следующие. Ты берешь себе инвесторов, людей, доказываешь им, что твоя игра работает, и у тебя уже есть MVP, и вы нанимаете контент-мейкеров, я имею в виду тут художников, аниматоров, всяких таких вот чуваков. И дальше тебе нужно уже разговаривать с людьми, если ты не умеешь что-то делать. Как геймдизайнер. Вообще, походу, у геймдизайнера либо могут быть все навыки, чтобы ни с кем не разговаривать, либо ни одного навыка, но тогда ты должен уметь разговаривать со всеми. Вот такая вот простая схема. Я помню, как-то участвовал в инди-проекте, и там был лид, он был программист, геймдизайнер, и все в одном лице. И был типа еще я, который должен был помогать с UI, и был композитор. И в итоге мы с композитором только вдвоем общались, потому что лид вообще никак, не коммуницировал. И я, по сути, музыку именно, вместо лида, музыку как бы спроектировал, задиректировал я, потому что я с ним только общался. Я ему фидбэк давал единственный. Ну да, либо найти людей, которые умеют общаться с вами, как некоторые топ-менеджеры делают. Это тоже правильный подход. Ну, то есть, вот так. Да. Так, ребят, мы где-то уже вышли за час. Я думаю, что давайте, если у вас есть вопросы, еще, конечно, я все задал вопросы, которые были в чате. Если у вас еще есть вопросы, задавайте. Если нет, то мы будем потихоньку закругляться. Тут я скажу классный большой рекламный блок про то, что вы можете научиться геймдизайну в школе X-Wide, если хотите. Но, кстати, если вы думаете, что это единственный путь, то, конечно, это не единственный путь. Можно просто... Не знаю, зайти на GameMaker, у GameMaker, у Unity, у Unreal есть свои курсы, и платные, и бесплатные. Тут вопрос в том, насколько вам нужно, чтобы вас кто-то вел за руку или не вел за руку, ну и попасть в какой-то все-таки... Наверное, одна из самых главных вещей, любой типа обучения чего-то, это попасть в среду людей, которые еще тоже что-то делают, чтобы обмениться с ними опытом. Вот то, по крайней мере, что мне кажется, в каждой там работе над чем-то цифровым или просто... продуктовым важно, чтобы как бы и себя стимулировать, и смотреть на проекты других людей, что они тоже что-то делают. Я увидел этот комментарий. Саша такую жизу рассказывает. Это очень больная жиза. Я бы не был против, если бы она была чуть-чуть полегче. Да, иногда истории из игровой индустрии прям являются. Особенно, кстати, обычно именно из мобильной игровой индустрии, из остальной, разве что из Индии еще часто бывают какая-то такая дичь, но только потому, что там не всегда попадаются добросовестные издатели. Ой, много денег. Много денег, очень простые деньги в каком-то смысле. Потому что другим жанрам, помимо «Три в ряд» и прочих других таких мобильных игр, простых, да, очень сложно даже мобильным жанрам. Вы не подумайте, в мобильном жанре очень много интересных, достойных игр, которые не работают на прям уж совсем, как это можно сказать, донат, но только вот на букву «А». И я просто не знаю, можно материться здесь? Нельзя? Наверное, нельзя. Ну, да, лучше не... Не стоит, да. Не буду. Так вот, и есть очень много довольно хороших, крутых игр, в том числе выпущенных. Попробуйте поиграть, например, в игру под названием Space Team в компании друзей.
Очень крутая мобильная игра. Причем она на самом деле больше, наверное, ближе к настольным, но на настольных играх такое реализовать будет, ну, просто нереально сложно. Space Team — это про космический корабль, который летит куда-то вперед, у него есть этапы, и вам, как команде космического корабля, приходит сообщение о том, что нужно сделать, вам нужно выкопнуть его всем. И у вас есть панель управления, где вы должны услышать от других людей, которые кричат вам, что нужно щелкнуть, выцепить из этого ужасного, из этой какофонии голосов то, что нужно сделать, найти у себя в панели то, что нужно сделать, нажать и сделать, или повернуть рычаг, или выставить какой-то уровень, или нажать на кнопку поправить что-то. Неважно, там куча всяких механик. И эта игра очень легко играется без денег. Но вы ее не увидите в топах, друзья. Как и большинство интересных мобильных игр. Это как глубина мобильного гейминга, от которой Айсберг. нужно уходить. Да, вот этот вот айсберг. И нужно уходить, искать. Так просто вы его не найдете, но очень много хороших игр все-таки выпускали энтузиасты и ребята. Но, к сожалению, в топы выходят те, кто может себе позволить купить трафик. А там уже совсем другие деньги. И как-то я прям на пессимистичной ноте подытожил. Сейчас можем еще успеть закончить на оптимистичный. Есть ли перспективы продвижения настольных ролевых игр через цифровизацию их интерфейса? Так уже делают игры, которые запускаются только на мобилке. Есть игры, которые запускаются только на виртуальных столах, где играют настольные ролевые игры Roll 20. Но эту игру очень слабо продвигают, поэтому она малоизвестна. Вы можете покопаться, найти. Я не помню точно, как это называется. То ли Entity 20, то ли Essence 20. А, нет, Essence 20 другое. Не вспомню. Я не буду вас обманывать. Сами посмотрите, наверняка у них на сайте где-то еще остался блог, где они рассказывали про эту игру, в которую никто не играет. И в нее можно получить доступ только через этот виртуальный стол. А именно цифровизация, мне кажется, это единственный этап следующий для игр в настольную ролевую игру. Мне кажется, что качественно новый переход D&D произойдет, например, если они выпустят приложуху со всеми правилами, которые уже считаются в моменте. Вы можете вот так вот подойти друг к другу, айфоны поставить, и вот мы партия. И он вам говорит: у вас три компании. Вы такие: три компании. А мы во что сегодня играем? А ты мне говоришь: мы сегодня играем серебряные ящеры. Ты нажимаешь серебряные ящеры. О, так у меня здесь дварф Крогнард. Классно, буду играть им сегодня. Ему, чуваки, держитесь, пиво будет просто миллион. И в этом предложении можно будет уже оставлять своих персонажей, там будут все правила, все расчеты. Когда тебе нужно будет сделать атаку, мастер игры тебе скажет: Крогнард, атака. Или что-нибудь еще. И Крогнард такой нажимает, у него кидается кубик. Или он смотрит, как кидаются кубики. Или появляются аксессуары с кубики с Bluetooth, которые считают, кстати говоря, такие есть, реально, которые показывают тебе результат броска. Ты их кидаешь физически, а на телефоне они показывают, что у тебя выпало. И все расчеты происходят там. Видимо, такое я вижу в дальнейшем Звучит как развитии. прекрасное цифровое будущее. Ну, наверное, да. Но Wizards упоролись в физические книги и Beyond прямо сейчас. Поэтому такого будущего, наверное, мы еще не скоро увидим, потому что Beyond, который они создали, они хотят сделать виртуальной экосистемой. Наверное, очень приближенной к тому, о чем я рассказываю. Но они не хотят, чтобы оттуда правила каким-то образом утекали. А игроки, особенно инертные, инертность, я имею в виду здесь инертность разума. Так, есть такое выражение, что у игроков есть инертность. То есть, когда ты делаешь, например, какое-то обновление для игры, они все еще будут говорить: блин, трава была зеленее, и они не будут готовы принять какую-то идею. И это зависит от степени инертности ваших игроков. В настольных ролевых играх инертность очень высокая. Ты не готов принимать новые механики, правила сразу, быстро, с нахрапом. Ты видишь, что работают все старые, а зачем новые тебе, непонятно. Причем решение, которое принял Wizards of the Coast к 2024 году, выпуская свою новую систему правил, у многих вызывает множество вопросов. И, короче, проблем много. Я думаю, что многие из них можно решить, но это произойдет не скоро. А вот когда они придут на мобилки, потому что мобилки есть у всех, они сорвут прям джекпот, мне кажется. И продвигать это будет намного проще.
и метрики они получат больше, и лучше, и проще. И можно будет даже записывать голоса, можно будет сделать онлайн-встречи ДНД где угодно, ставишь телефон и понеслась, вы играете. Я не знаю, даже карты здесь уже можно делать, можно хоть как Genshin Impact передвигаться, вот так вот сидеть, и вот я сюда перейду, или других стратегий, которые выпущены тоже на новинках. Мне кажется, за мобильным геймингом просто еще очень много неразвитого потенциала. PC-гейминг никуда не пропадет. Я сам люблю PC-гейминг. Мне очень нравится. Но сколько раскрывается в мобильных играх, они подхватывают еще кучу людей, которые никогда ни во что не играли. Мобильные игры прямо подхватывают огромный пласт таких обычных, простых людей. Мне кажется, вот настольные ролевые игры выиграли бы очень много, перейдя туда. И мне кажется, что это был бы следующий качественный этап после Beyond, который они, может быть, допилят до конца. Потому что он и тормознутый, он слабенький, у него к его интерфейсу очень много вопросов. Все не очень удобно, правила где-то валяются, как-то написаны, ты ищешь, потом еще эти... Я помню, где-то видел, я не знаю, правда это или нет, потому что я Beyond не купил, честно говоря. Его сейчас многие саботируют. Я не то чтобы саботирую, там чел есть с аккаунтом, забавный американец. Он выкладывает свой аккаунт в общий доступ, чтобы любой мог воспользоваться в любой момент. У него все книги там есть. И он говорит, вы, пожалуйста, пользуйтесь. И его до сих пор не прикрыли, не забанили. Удивительно. И там, по-моему, была идея продавать книги частями. То есть вот тебе правила зелья лечения, грубо говоря, вот тебе правила на атаку. Если нужно. А если не нужно, не покупай, и все. Вот так. А вот тебе блок, а вот тебе бандл правил на атаки и защиты, и бандл правил на бой. Ну, в общем, как-то так. Ну да, как будто бы какое-то решение будет получше, но оно будет вынужденным для Wizards of the Coast в какой-то момент. Тут словами проговорю устно, что да, стрим сохранится, не переживайте, запись будет. Как можно еще использовать цифровой стол для НРИ, кроме его прямого назначения телек на столе? Ну, полное хранение всей необходимой информации, ведение там базы данных. Но стол — это еще и освещение, это еще и рисование, это еще и доска на самом деле. Виртуальный стол — это же не только вывести какую-нибудь красивую цветастую карту. Но в остальном... Я пока не увидел других значимых решений, и по каким-то другим моим соображениям, почему-то, как лично мне кажется, что если не ставить стол на стол, если не ставить экран на стол, а просто поставить его вертикально и сбоку где-нибудь, где всем будет это видно, либо ширмой перед собой, это будет намного более эффективнее, намного более удобнее, сохранит еще кучу места. Вот так. Что думаешь про будущее концепции AR в D&D? Круто, но потребует бесчисленного множества работы. Но, к сожалению, аудитории слишком мало, чтобы туда влить много денег, и это было бы популярным. Было бы круто жиришникам тем же самым, это же выигрывали игры, объединиться, например, сделать устройство, позволяющее им дополненной реальности играть, там, например, в городские игры или, может быть, свои игры. Это бы сильно увеличило их качество игр. А настольные ролевые игры, они скорее про разговор, про общение, про описание голосом. И уже во вторую степень про какие-то физические объекты на столе. Даже миниатюрки — это не то чтобы прям очень существенно важная вещь для настольной ролевой игры, тебе не нужно. Они качественно ничего особенно сильно не прибавляют. Все еще решает голос, подача, настроение, спокойный тон, интересный тон там, и качество сценария, сюжет, который вы подаете вашим игрокам, либо принципы, по которым вы ведете эту игру, если это не про сюжет и сценарий, а про работу систем и каких-то отдельных механик. Поэтому едва ли AR что-то сильно поднимет. Причем попытки были, насколько я помню, там карточки пытались визуализировать с заклинаниями, чтобы показать, как они выглядят, но... Оно слабо работает, потому что в настольной ролевой игре иллюстрации нужны на моменте покупки книги. Ты покупаешь цветастую красивую книгу, а дальше ты забываешь про эти иллюстрации. Они нахер никому не нужны. Потому что ты уже описываешь совсем другое, совсем другие события. И вот перед тобой стоит человек в шраме, поглядывая на тебя искоса. В полумраке свечи, сгорающие у него под носом.
Он поправил свою бороду и направился к тебе. Что ты делаешь, ведьмак? Ну вот, и все, ты уже нарисовал себе какую-то картинку. Непонятно, какое там помещение, ты дорисуешь у себя в голове. Так работает твоя фантазия. Поэтому мне кажется, очень мало смысла. Да, я слышал о Tailspire. Я тут уже увидел этот вопрос. Ты уже услышал Tailspire. Да, не использовал, но ассетов мало. Люди в настольной ролевой игре имеют буйную фантазию. А этой буйной фантазии ты не нарисуешь все карты. Причем, ты знаешь, есть еще такая странная вещь в настольных ролевых играх. Мастера пытаются играть в уникальные вещи. То, чего еще не нарисовали, не сделали и не отобразили. Именно поэтому они хотят видеть на столе то, чего нет, например. Чтобы дать новизну ощущениям, чтобы был новый сеттинг, новые люди, какие-то необычные взаимодействия. И все было странным, интересным и подталкивающим к исследованию. Вот так. Например? Да много всего. Сеттингов дофига обычных. Вот, блин, как тебе сказать. Есть такой парадокс. В настольной ролевой игре, на самом деле, сеттинг играет вторую роль, второстепенную. Это самое важное – это действие. Но, тем не менее, есть и Дегенезис с его бесконечно апокалипсичным сеттингом и культурологическим смешением европейских наций, которые пытаются выживать на маленьком клочке суши. И там просто бесчисленное множество идей о том, как на самом деле сообщество раздробилось, какие классы появились, как люди взаимодействуют друг с другом, как все культуры замешались. Православие, христианство, коммунизм – все это превратилось в эклектику какого-то невообразимого нового учения. И все начинают искать какой-то смысл. Они уже это все не делят. У них есть просто направление смешения там, какие-то взаимодействия глубокие совершенно. Есть невероятные технологии. Те же самые настольные ролевые игры Фейруна, например, говорят нам о том, что есть космические корабли, которые текут не по космосу, а странной вязкой полужидкостей, поэтому можно выйти в открытый как бы космос и дышать воздухом через свой корабль, в то время как Нуитилоид впивается ему в бочину, и Литиды влетают туда внутрь и пытаются украсть всю вашу команду для заражения. И вот, вот, пожалуйста, вот тебе новый. Tailspire сможет это вот нарисовать мне? А это уже придуманный сеттинг, а ребята имеют еще дополнительные механики и игры даже. Отдельно, например, вот искру я периодически провожу, которая позволяет, выполнив 10 простых шагов, просто взять и сделать свой сеттинг. И что бы ты думал, они делают ну, просто невероятные вещи. Например, у нас там сеттинг, вот мы в чате в одном фейтон там, периодически играем в искру. Они сделали сеттинг, где у нас есть люди, они у нас гуляют как бы по улицам, все нормально, работают на заводах, но они чувствуют странное тяготение, словно бы кто-то их постоянно зовет. И этот зов они слышат через любого вида искусства. Это могут быть статуи, картины, книги, музыка, что угодно. А подноготное этого сеттинга заключается в том, что все люди раздроблены, их души были разбиты как мозаика и разбросаны по земле. Потом они собрались хоть какие-то тела, и выжившие души разбитыми осколками осели в человеческих телах. Есть одна большая душа, это самый большой осколок, который превалирует над всем остальным, захватив власть в этом теле. Но он делает это несознательно. Этот осколок просто думает, что это он. Понятия не имеет, что другие там осколки, как они страдают. А другие осколки ищут свои осколки, там, где тело уже успело собраться. И вот они пытаются воззвать к ним, и как только они чувствуют этот зов, они тянутся к нему. Из-за этого начинается шизофрения у наших персонажей. Они уже борются сами против себя. В общем, понимаешь, что Tailspire сможет нам такой сеттинг сделать? Едва ли. Что-то меня прям прорвало. Так, тут задали два вопроса, Чайбарин задал два вопроса, но, по-моему, мы на часть из них уже ответили чуть ранее. Вот, не очень хочется подавиться, но ты можешь посмотреть, да, мы на что-то из этого ответили. Может ли опыт ГМа помочь в построении реально большой игры? Да, в зависимости от роли, которую ты занимаешь. Скорее всего, это нарратив. Но я коротко отвечу, потому что мы уже это проговаривали. Да. Нюансы ты увидишь, наверное, в записи стрима чуть позже, когда увидим. И как вообще начать участвовать, чувствовать этот настольный нарратив за столом? Блин, ну это сложно. Как только ты... Знаешь, мне кажется, есть прием. Я не знаю, работает он или нет.
потому что я никогда не пробовал, и я уже вряд ли смогу. Всякий раз, когда ты заходишь на какую-нибудь сцену или какая-нибудь сцена разыгрывается у тебя на игре, задай вопрос, зачем вам это нужно? Вот зачем вы сейчас кидаете инициативу? И не отвечай просто потому, что правила так делают, а ответь себе и игровой группе, вот вы вчетвером, впятером, зачем вы это кидаете? Вам это нравится? Вам это нужно? Каким образом вы это хотите видеть? А можно ли лучше? А вот когда ты задашь вопрос, а можно ли лучше, и попытаешься найти на него ответ, чтобы добиться тех же эмоций или эмоций похлеще, тогда ты начнешь уже понимать, чего ты хочешь от нарратива, в принципе, от игры, и от правил, и от всего остального. И, наверное, тогда ты почувствуешь этот нарратив. Спросить себя, весело ли это? Весело ли это игрокам кидать что-то сейчас по правилам, либо веселее Да. будет что-то другое кинуть или вообще не кидать? Да. Как понять, что нужно игроку, неважно какому, и как его увлечь в игру. Ага, вот это психология, это умение разговаривать, и очень-то очень тяжело, безумно, потому что все люди, хоть и разные, хоть и там их делят по типам, но бесчисленное множество людей. Я тебе вообще не перечислю даже, сколько приемов, методов и манипуляций есть для того, чтобы заставить человека внимать, концентрироваться на игровом процессе и пытаться вникнуть в игровой процесс, потому что очень сильно все зависит от ситуации, от взаимодействия, то, как люди друг с другом общаются, как они друг другу рассказывают об игре, о твоей, и что им нравится, что им не нравится, как они хотят улучшить ее сами, или, может быть, они не хотят ее улучшать, может быть, им на самом деле все нравится, просто они себя ведут молчаливо, или им нравится смотреть на игровой процесс со стороны. В общем, очень много идей. Тут я тебе никак не отвечу. Просто ну, очень большой топик. Огромная тема. Да, тут забавный вопрос про можно ли создать песочницу, подобную World of Warcraft с универсальной логикой. Мне кажется, это ответ Roblox или Fortnite, нет? Вот, Наверное, да. на игры, которые уже существуют. По сути, какая-то идея игровая мультиверса, типа, не мультиверса, как-то метавселенной, вот. Это обычно просто любая игра с модификациями, собственно. Мне кажется, это просто вопрос, ответ на этот вопрос, это любая игра, если она поддерживает модификации. Да, все так. Так, ну и я думаю, что мы... Да. Да, я думаю, что мы будем заканчивать. Вот, ребят, спасибо большое. Запись обязательно будет. Запись обязательно будет на канале. Мы ее еще чуть подрежем, чтобы все уместилось в тот момент с разговором с Сашей и вырежем момент, где мы сидели, ждали из-за технических неполадок. Вот, если у вас есть желание поучиться геймдизайну, переходите по ссылке в описании и по ссылке, которую я сейчас снова продублирую. А если вы хотите просто побольше почитать, поузнавать, и в том числе про настольные ролевые игры, то переходите в канал Саши, он тоже будет по ссылке в описании этого стрима. Все, вроде бы. Ну, или если не найдете, то называется он No RP или No Земля Roleplaying, если не ошибаюсь. Да, В все Телеграме. правильно. Вот, в Телеграме. А теперь... Никакого ролеплея. Да, Саш, спасибо большое, что пришел. И вам спасибо, что посмотрели стрим. Спасибо, что пригласил. Спасибо за замечательный стрим. Спасибо всем, друзья, что пришли. Задавайте вопросы. Будем болтать, разговаривать, общаться. То, что должны уметь геймдизайнеры. Да. Все. Всем пока. И хорошего вечера. Пока-пока. Mm-hmm.